Всем привет! В этом видео вы узнаете, сколько ивентовых круток вы сможете накопить за праздник фонарей и полное обновление 4.4 для Сяньюнь, Нахиды, Сяо и Яймико. Всем приятного просмотра! Обновление 4.4 стартует 31 января и продлится 42 дня. Будут вот такие официальные баннеры. В качестве компенсации за техработы мы получим 600 примагемов на почту. Выполнение ежедневок на протяжении этого времени 2520 камней истока. Зачистка новой карты 4.4. Сюда входят мировые задания, статуи, точки телепортации, сундуки. Дадут 2530 примагемов и новые подношения, 2 ивентовые и 4 стандартные крутки. Задание легенд Сяньюнь. 50 гемов. Награды праздника морских фонарей 10 ивентовых круток за вход, плюс 3 крутки на почту. Главное событие обновления даст 1000 примагемов, 4-звездочного персонажа, а скин на выбор засунули в платный набор. Как я и предупреждала ранее, что существует такая вероятность. Еще 3 побочных события, 1260 в сумме. Быстро истекающие промокоды со стрима следующей версии добавят 300 примагемов. Чтобы вы их больше никогда не пропускали, вступайте в наш телеграм. Бездна обновится 3 раза за все обновление. Оттуда 1800 камней истока, если вы ее закрываете. 80 примагемов за тестовые забеги и еще 100 камней истока за ежедневные отметки нахуй лап. Примерно 240 гемов мы получим за веб-ивенты и внезапные промокоды. Они всегда есть в моем телеграме. Магазин Пайман успеет обновиться 2 раза за время обновления. А это 10 ивентовых и 10 стандартных круток. И еще 5 стандартных круток за закрытие боевого пропуска. Итого, в сумме получается 10 175 примагемов, 25 ивентовых и 19 стандартных круток. Если перевести все это в ивентовые молитвы, то получится 90 ивентовых круток и 19 стандартных за обновление. То есть почти 110. Напишите в комментариях, кого планируете выбивать. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!